Приветище, это Зельда. И перед самым началом я хочу поздравить тебя с наступающим Новым Годом. А может быть, когда это видео выйдет, у тебя уже Новый Год. Ты празднуешь там фейерверки, пуляешь, пиу-виу-виу, все дела. Так, Линк, вот так вот сделай, а? В общем, вовсю празднуешь. Спасибо всем, кто присоединился в этом году ко мне. Я думаю, что всем нам было весело. Надеюсь, что в Новом Году все твои мечты и все твои желания сбудутся. Вот, ну а мы как бы начинаем. Пора бы уже и пуститься в приключения. В общем, почитав комментарии, я понял, что мне нужно пожарное зелье. Или найти одного из тех, кто живет в этих лавовых городах, и поболтать с ним. В общем, я нашел конюшню. Встретил тут прекраснейшую женщину, зовут ее Гайла. И она продает те самые зелья, пожарные зелья, которые мне помогут добраться на вершину этой лавовой горы и попасть в город Горнград. Она продает одну бутылку за 60 рупий, две бутылки. В общем, давай три возьмем. Нам это, думаю, пригодится. Хорошо вот твое пожарное зелье. Отлично. Ух, на 6 минут одно зелье. Теперь тебе зелья хватит до самого Горнграда. Как же здорово, что я ее повстречал. Всего лишь нужно было дойти до конюшни. Ну, поскольку у нас теперь есть пожарное зелье, я наконец-то могу снять наряд Геруда. А так-то лучше. Ну все, пошли. Кстати, я пойду не один. Там вон тоже путники идут. Один торгаш и другой я фиг знает кто. Пойдем их обгоним, догоним. Узнаем, что за чудики. Кто ты? Там один из Горнграда топает. Здорово. Верхом ли ехать или пешком пойти? Вот в чем вопрос. И если пойти пешком, то первый шаг сделать правой или левой ногой. Шучу, шучу. Ладно, понятно все с тобой, ты какой-то дурачок. А вот с этим чуваком я хочу поболтать. Уверен, он нам что-нибудь полезное скажет. Здорово, Момба. На дороге вулкана можно сгореть, так что только горны могут чувствовать себя тут в безопасности. Если собираешься в Горнград, возьми с собой что-нибудь, защищающее от огня. Вот, я тебя предупредил. Ладно, к делу. Купи у меня что-нибудь. Не, спасибо, я уже все не купил, денег нет. Увидимся как-нибудь. Ну все, давай счастливенько. Что тут за знаки опознавательные? Гора смерти, уровень 1, тропа для туристов. О, то, что нужно. Я турист, это тропа для меня. Путь на гору смерти. Ух, какое завораживающее название. Кстати, насчет завораживающего. Мне нужно морозного мяса побольше. Уверен, оно нам пригодится здесь. О, мерзлый кусок. Это мясо помогает нам в жаркую погоду. Ух ты, смотри, что я там вижу. Кажется, там обломки стражей Ганнена. О! Че это ты вылез тут? Я забыл, что они взрываются. Надо же их с лука лупить. Ну ничего. Всего лишь одну четвертую сердечко потратил. Не страшно. Ну-ка, ну-ка, что у тебя тут есть? Какое-то оружие. Драконье моб-копье. Интересно. А смотреть тебя можно? Шестереночки, походу, с него взять нельзя. Ух ты, смотри, сколько здесь этих ганнонских стражей. Чувствую, мы сейчас здесь понасобираем металлолома с тобой. Так. Хотя это тоже смотреть нельзя. Что за дела? Почему нельзя ничего смотреть? Капец. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, кого я встретил. Капец, капец. Между прочим, там... А, он убежал. Все понятно. Я думал, он мне поможет. Так, значит. Я с тобой уже сражался, я знаю тактику. По ногам ему! Фига себе, его перевернул. Так. Еще пару копыт осталось ему. На тебе. Все, мы его обездвижили. Последняя нога осталась. Опа. Ну все. А вот, кстати, и винтики-шпинтики. А я переживал, что не найду ничего. Так, ты это брось. Ты брось, у меня стрелять нельзя. Офигевший. На тебе бочину. Ладно, сейчас я замахнусь, хорошо. Вот так. Даже оружие сломал. Я думаю, что пора достать мой меч. Он аж светится, вон. Жаждет. Чё-то я косю. То нельзя.
Ох, как мощно-то, а! Да, против этого меча, высшего меча моего, им не устоять. У-у-у! Тут можно горячие ванны принимать, смотри. Горячие источники. Интересно, если я в них залезу, мне будет тепло? Так. Мне вообще по барабану. Хотя что-то там восстановилось. А, горячие источники восстанавливают здоровье? Офигеть. Круто, буду знать. Ну вот, я добрался до второго яруса. В прошлый раз мы остановились вон на той горе. А сейчас мы... О, загорелся. Сейчас мы выпьем с собой аккуратненько зелье. Ну-ка. И должно быть все ништяк, по идее. И вроде как мне по барабану, да? Все отлично, нам по барабану на этот жар. Шикардос. Ох, жалко, коня только нету. Кстати, а если бы я на коне ехал, ему бы тоже нужно было выпить это зелье? Иначе он бы тут тоже сгорел. Стрелы моментально загораются. Это не огненная стрела. Это обычные стрелы, смотри. Вон, обычная стрела. Я ее подымаю, и она сразу же загорается. Прикинь, какое здесь пекло. Это что за фигня? Ну нафиг. У-у-у! А ты крут, чувачок. Ах, ты негодяй, прячешься. Давай, высовывайся. Высунись же. Смотри-ка, знает, что я на него мечусь. Ладно. Как насчет подойти и просто поднять? Нет, поднять не могу. Ударить тоже не могу. Тот следующий стреляет в меня. Так, а как насчет... Стазис не работает, магнезис не работает. Ладно, давай попробуем его подорвать. Минируем. Опа, убегаем. И подрываем. Ему пофиг. Черт возьми. Тогда мы делаем следующее. Опа. Не успел, не успел. Сдулся. Мимо. Сейчас этого тоже застанем. Давай, 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 копи свои бомбящие какули. Есть, готов. И, кстати, смотри, чем дальше, тем больше лавы. Очень жарко. Страусы бегают, офигеть, почему ты не сгорел здесь? Ты не можешь здесь бегать, прям по лаве бегает, ему по барабану. Вот ты мощный. Горячий страус, однако. А я, кстати, в правильном направлении вообще иду. Ух, как здесь потно-то, а. Еще круче, чем в Бабабане. Да ну нафиг. Нет, ну только не ты, ну блин, ну почему так? Почему? Я на него залезть могу? Сейчас проверим. Могу, но очень жарко, прям капец как жарко. Я загораюсь сразу, когда на него залазю. И, кстати, у меня меч кончился. Давай попробуем меч Мороза. Посмотрим, как на него отреагирует он. Вот это неожиданно. Капец. Покажи мне свою там верхушку. Не промахнулся я. Чуть подгорел. Ух, блин. Падай. А теперь морозика тебе чуть-чуть попад... Блин, да свалился. Да что с тобой сделал? Я его хоть чуть-чуть остудил? Кстати, да, смотри, я его остудил. Этим мечом. Прикольно. Так, надо меч тогда убрать. Достать другое. Надо было изначально в него, короче, стрелой ледяной пульнуть. Ага. Загорелся. Стоп. Ледяная стрела. Погасни! Ой. Короче, как обычно. У меня все получилось через одно место. Где ледяной меч? Ты мне нужен. Есть, потушили его. Блин, без ледяного меча вообще никак. Да что, ей... Чувствую, что мне пукан тут нормально подожгли. Да даже не чувствую, я вижу, что мне нормально так пуканчик подожгли тут. Больше половины сердец потерял. Ух, наконец-то я его одолел. Что с него выпало? Опал, рубин... О, рубин, это дорого. Немножечко денег подняли, хорошо. Ай, надо бы пожрать что-нибудь. Чё пожрать?
Ну давай редиски сожрем. Есть еще салатик. Давай салатик съедим. Ну и ледяную ножку давай съедим. А так. Всяко лучше. Продолжаем наше путешествие. Зелье надо выпить. Я горю. И между прочим, у меня почти меч сломался. Страж меч почти сломан. Шикарно. Ух ты. Это что, город? Нет, это не город. Не похоже на город. Я чувствую, что тут у нас моблины какие-то огненные. Горячие такие прям живут. Сейчас почитаем, кто у нас тут обитает. Гора смерти, уровень 3. Южный рудник. А, походу нам туда, в ту сторону. Южный рудник. О! Эти чуваки здесь. Смотри, какие малыши у них. Прикольно. Здорово. Привет. Как дела? Не очень. Мой брат Дробилда жалуется, что ему тут надоело. А, понятно. И ты не хочешь узнать, почему? Неужели взрослым все безразлично? Так. В общем... О, а это кто такой? Че ты в каске делаешь? Давай с ним поболтаем. О, добрый вечер. Здесь даже по ночам жарко. А горны при такой жаре еще и горячие камни едят. Фу, я как раз возвращался домой из Горнграда. К сожалению, забыл купить сувениры. Хотел поймать пожарных ящериц с горы смерти, но они оказались для меня слишком проворными. Может, ты мне их наловишь? За 10 штук я бы дал тебе пожарные снаряжения. О, круто, пожарное снаряжение. Ну как, поймаешь для меня пожарных ящериц? Да вообще без Б. Правда? Очень рад это слышать. Как я уже сказал, мне нужно 10 пожарных ящериц. Поблизости их должно быть много. Хорошо, пошли искать. Потому что зелья у меня не бесконечные. Они скоро у меня кончатся. Если оно кончится, то я здесь нафиг сгорю. А здесь у нас горячий поток, могу взлететь. Давай попробуем это сделать. Опа. Но так не видно ящериц. Поэтому придется спуститься. Ящерки, ну где же вы? Надо сфоткать их, чтобы мой сканер показывал, где ящерицы есть. Еще один указатель. Что тут? Гора смерти, уровень 4. Дорога на Горнград. Отлично, то, что нужно. То, что нужно. Но я пока не встретил ни одной ящерицы. 3 минуты до окончания зелья. Ну ладно, 3 минуты и 40 секунд. У меня есть еще одна бутылочка. Но это меня прям печалит. Ой-ой-ой, что за взрыв? Чё? Да ну нафиг! Ай-яй-яй! Воу-воу-воу-воу-воу! Это чё, вулкан, что ли, бомбанул? Фига себе! Да ну нафиг! Хорошо, что я с собой запасные штаны взял. Так, слышу звук ящериц. Вот она была, но я не успел. Я не успел поймать ящерицу. Так, а это что такое? Ничего такая ящерка, да? Если я такую поймаю, мне... Я думаю, мне и полцарства дадут, не то, что там доспехи пожарные. Наконец-то мы дошли. Горнград. Здравствуйте. Как тут ваше ничего? А, теперь нужно отыскать святилище, чтобы у меня был телепорт. Где это святилище? Может быть, наверх подняться? Опа. Вон оно, нашел его. Нашел. Добрались. Святилище Шемоса.
Это что там такое? Смотри, как слева что-то как ветреный фаербол собирается, как будто он сейчас меня как задует. Пойдем посмотрим, что там. Оу, блин, я почти был прав. Негодяй, негодяй. Иди сюда. Блин, меч сломал. Возвращаемся в пещеру. Надеюсь, что там будет попрохладнее. Все-таки под землей. Огненные маятники. Так, я вижу, что здесь нужно будет чего-то поджигать. Если я нажму на кнопочку, открывается дверь. Нужна огненная стрела. Тут все ясно. Поджигаем. Бочка сейчас упадет. Главное, чтобы она не сгорела. А она не сгорела. Потому что она каменная. Ставим ее сюда. Так. Тут у нас что? Тут у нас сундук. Каменолом. Отличное оружие. Надо забрать. Фига себе, оно мощное, смотри. Капец. И выглядит круто. Так, ладно. Теперь нам нужно поджечь вот это. Не хочу тратить стрелы, поэтому давай возьмем просто жезл метеорита. И долбанем туда. Вот и все. В кои-то веки этот жезл пригодился. Хотя я думал, тут что-то внизу скрыто, но нифига тут не скрыто. Зря. Зря только магию жезла истратил. О! Здоров. Блин, не то сделал. Кажется, одному прилетело. Так, хочу другое оружие взять. Вот это. Здорово! Как жизнь молодая. Один готов. Второй тоже готов. И третий тоже. Бамбалейла. Давай посмотрим, что в сундучке. Рубин. Рубин, рубиновый рубин. Поднимаемся на второй ярус. Тут у нас дверь с замком. Нужен ключик. Ключик явно где-то здесь. Ключик! Дайте мне ключик. О! Получится, интересно, не получится. Сейчас попробуем раскачать все это дело. И... Есть! Получилось. Смотрим, куда шарик катится. Шарик катится, катится, катится. И не докатился. Там мешается ему ворота. Как нам быть? А, вот, смотри, тут кнопочка есть. Сейчас нажмем. Ворота откроются. Шарик катится. Крутит мельницу. И надо быстрее, 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 быстрее сюда, потому что, может, ворота закроются. Да, ворота закрылись. Малый ключ нашли. То, что нам нужно. Да, ворота, смотри, закрылись все-таки. Чуйка меня не подвела. Ну и все, дальше там все как по плану. Просто берем... О, еще один сундук. Нифига себе, вот это я удачненько залетел. Ледяная стрела, 10 штук. Пригодится. Отпираем. И, в принципе, все. А, нет, нифига не все. Здесь еще одна головоломка. Так. Ну, давай сделаем вот так. Опа. Все. Наконец-то. Тут сундуков нигде не было. Ничего не спрятано. Вроде нет. Ух, опять вышел в пекло. А зелье-то закончилось. Надо выпить. Выпиваем. Отлично. И жизнь сразу прекрасной становится. Ну что, я предлагаю остановиться на этом. Потому что уже все-таки скоро Новый год. Хватит смотреть ютубчик. Давай готовься. Фейерверки пулять, все дела. Мандаринки хавать. В общем, поздравляю тебя еще раз с наступающим Новым годом. Желаю тебе всего самого лучшего в новом 2020-м. Ну и еще что-нибудь там сам придумай, да? Окей? В общем, вот. Я ухожу тоже на каникулы, там до 8 числа, наверное, ты меня не увидишь, не услышишь. Так что увидимся после 8-го. С Новым годом! Или не, как там? С Новым годом, пошел нафиг! О!